Вот мы находимся в подъезде номер 3, дома 52 по улице Кольцовской. И вот наблюдаем состояние. Вот подходим к оконным переплетам, которые выходят на улицу Кольцовская. Они в ужасном состоянии. Стекла побиты, рамы гнилые. Может вылететь любой элемент этого окна на улицу и прибить человека. Дальше вот пытались сделать ремонт в этом подъезде. Дальше вот стены, это, наверное, дом построен где-то, восстановлен в 43-м году. Вот с этого момента никто никогда здесь не ремонтировал. Порожки, опускаемся вниз. Элементарно вот здесь вот пытались ремонтировать, заштукатурили в некоторых местах стены. Вот здесь вот все ободрано. А вот дальше идем к тем же переплетам. Тусклая краска, закопченные стены. Это самое, вот там висят клоки какой-то непонятного полиэтилена на окнах. Вот. Вот дальше опускаемся. Следующий этаж. Здесь вот то же самое пытались ремонтировать, шпаклевать, но все это отваливается.